День 7 вас приветствует меховое ателье. И у нас в работе такая дубленочка. Дубленка, ну, много таких моделей было, похожих, в одно время носили их. Мы придумали очень интересную модель из нее, совершенно другую. Мы ее перевернем мехом вверх и просочетаем с кожей. То есть обычный замшевый дубляж у нас. Мех у нас мутончик. Сейчас попытаюсь навести резкость. Теперь она будет у нас мутоновым полушубком. Коротенькой курточкой, очень интересной, модной модели. И наша курточка готова, меховая. Вот такая интересная вещица у нас получилась. Стильная, необычная. Мехом вверх мы дубленку перевернули. И полностью сделали отделку из натуральной кожи. Подобрали интересные пуговички, чтобы они оттеняли мех и гармонировали. Также у нас есть кармашки на магнитах, для того, чтобы не создавали лишний объем на талии. Она у нас со складами, для того, чтобы держала форму такой куртяжки. Конечно же, кожу мы, естественно, утеплили для того, чтобы сбалансировать по теплоте мех и кожу. Ну и, как видите, заказали вот такую интересную альпаку в дополнение на воротничок и подклад. Подкладку. Здесь у нас кармашек с кожаным кантом, вешалочка. Подклад у нас сдержанная Максмара без лишнего. Так все аккуратненько, красивенько. Кому нравится наша работа, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!